Всем привет! Сегодня я снимаю ролик про мир, у которых есть спайдермены всякие. Вот смотрите. Так, есть шлемы всякие такие, есть штаны, есть всякие боты. И, кстати, это не все. У нас есть вот такие вот мечи. Вот такие. О, кстати, топор Таноса. Давайте сейчас я его. Так, это что он? Смотрите, я это взял. И что? Я на ней что-то не наводит? Так. Тут тоже не... А, вот, смотрите. Она у меня уже есть. Так, это лук. Лук-базук. Так, она выстреливает луками. И, кстати, синими луками, а не обычными. Так. Что у нас еще есть? Тут есть? Нету. Так, где у нас? Так, давай возьмем. Так. Потом. Вот так. Потом штаны. А, нет, ботинки давай. Вот так. И штаны последние у нас. Вот так вот. Так. Да. Все, окей, я все сделал. Так. Дальше что нам нужно? Зелье. Так, зелье. Зелье невидимости. Да, вот это вот нам нужно. Раз, два, давай. Так, теперь что? Если мы сейчас снимем. О, да, это работает, это работает, работает, работает. Так, но не в этом суть. Сейчас я все на обратно верну на свои места. Так, где боты? Так, ботинки и последние штаны. Есть. Я сейчас невидимый. Просто я в броне, и вы меня так видите из-за этого. Так, а это что? Стой. Как? Какую я возьму на себя броню, такой и будет человечек. Так, ну ладно. Пойдем их... Смотрите, вот сюда вот надо вставать, и она будет открываться. Так вот. Так, давайте пойдем вниз. Так, давай. Поехали. Один этаж. И все. Так, ну ладно. Так. Так, я сейчас сюда зайду. Почему-то я не могу зайти. Так, ну и в чем? А, это туалет. Это туалет. Да. У всех. В страницах Майнкрафта есть туалет. Так, ну это для красоты так сделали. Ну вообще, по сути-то их нужно. Где? Тоже что-то невидимое? Так. Сейчас я буду все это просматривать. Так, что это у нас? Все, я понял. Надо. И теперь. О, да. Хорошо. Блин, это... О, невидимость. Это еще невидимость. Так. Это у нас жилет. Да ладно. Он тоже что-ли вредно носит? Прикиньте. Так. Челик. Что у нас все есть? А, ну это типичное. Зелье медиа. Теперь я буду как черепаха. Так, ну я буду льва. Так, что у нас тут еще есть? Зелье невидимости. Зелье замедленности. Так, может нам пора уже покушать? Это что, она не кушается? Да, она не кушается, прикиньте. Первый раз. О, есть! Я знаю, что это, я знаю.
Это рука Танос, да. А что она ничего не делает? Они даже ни одного урона не наносят. Так, давайте сейчас жителей заспавним и проверим на них. О, у них есть фин. Так, привет, жители, постойте, стойте. О, хороший, хороший урон. А какой урон у него? Сейчас проверим. 107. Не поможет, так, сейчас мы будем еще проверять всякие, конечно же, квартиры. О, машина. Так, квартиры. Ну, типичный Майнкрафт. Кстати, ссылка в описании на этот мод будет в описании. Заходите, берите его. Смотрите, давайте в этот дом зайдем, посмотрим. Может, я себе его заберу. Все-таки железный человек, он же миллиардер, как вы знаете. И он себе может такой дом позволить, так что я себе его заберу. Я у жителей куплю, я не буду его забирать. Так. Так, ага, так, давай этот сейчас проверим. Это, наверное, туалет, я вам... О, нет, это не туалет. О, да ладно. Тут есть еще один этаж. Круто. Ну да, да. А ну-ка, давай, давай сейчас я сломаю все. Так, и сейчас мы будем еще проверять другие дома. Так, смотрите туда. Так, там ничего нету, да? Так. Так. Давайте проэкспериментуем. Блин, они только на... Они только на человеках используются. Почему-то. Я не знаю, ну, только на человеках, наверное. Люди. Блин, на жители. Ну, с ним в этом. А этот ролик подходит к концу. И не забывайте ставить лайки и подписки. А мы с вами прощаемся. До следующего ролика.